Всем привет, дорогие друзья и гости канала. Рады приветствовать вас на нашем канале. Вот такая вот у нас уже прекрасная картина. Пришла к нам зима. Сыплет уже белый снег. Вот такой вот пушистый, красивый. Не знаю, надолго это или нет, но идет он уже часа три, это точно. После того, как приехали к нам наши гусики, которые вот гуляют у нас по подворью. Прошло не так много времени, был дождь. Я вам рассказывал и показывал. А сейчас уже идет снег. Гусики наши гуляют. Сейчас я открою наших остальных гусей. И будет у нас первое знакомство. Полез на крышу. Достал лопату, потому что снега насыпало достаточно-таки много. И сейчас будем эту всю красоту отгребать. Там вроде бы передают минус, но к концу недели передают снова плюс. Поэтому будем радоваться пока тому, что есть. Ну а там посмотрим. Красота, смотрите, необыкновенная. Все деревья, заборы, тропинки, вся земля. В общем, все в белом, красивом, пушистом одеянии. Нужно здесь прочистить, чтобы можно было дойти в беседку, взять зерно. Все наши птички в шоке. Как это так? И почему это? Все белое и все замерзло. Ну, вот так как-то. Не могу сказать, что на улице холодно. Пока еще температура плюсовая, но снег не тает. Такие вот красавчики, те, которые к нам приехали сегодня. И сейчас покажу вам тех, которые у нас есть. Вот такой вот красавчик. Так, и открываем всех наших гусиков. Ну, снег выпал, травы уже нет. Будут, если не у нас уже сено. Но все равно пускай познакомятся, подружатся. Вот этот гусь начинает белого отгонять. Thank you.
Вот такой базар-вокзал. В общем, пошли они искать траву, но травы нет, потому что все засыпано белым снегом. И вот такая вот у нас красота. Вот такие вот у нас вечерние делишки, вот такой вот у нас вечерний обход. У нас есть, конечно, одна проблемка, потому что у нас нет электричества. По всей деревне электричество дали, у соседей электричество есть, а у нас электричества нету. Почему? Непонятно. Вроде бы все подключено, вроде бы все работает, вроде бы электричество должно быть, но его по каким-то причинам нету. Полное отсутствие электроэнергии. Поэтому это не очень хорошо, что такая вот ситуация. Но от этого никуда не деться. В общем, вот такая вот зимняя сказка. Гусики вроде бы в стадо влились. Вот они идут. Молодая усынька. Красивенный огроменный гусь, который будет хорошим оплодотворителем наших гусынь. Пока, конечно, я еще не придумал, какие гусынь мы к ним пустим, но с этим мы уже разберемся попозже. Пускай они привыкают, обживаются, дружат, и все будет хорошо. Немножечко, конечно, они погоняют друг друга, но ничего страшного не произойдет. Это их первое знакомство. Снежок продолжает идти. На улице еще не так холодно, как обещают, поэтому все хорошо и даже лучше, чем хорошо. Гуси ищут траву под снегом. Вот такой вот у них зимний мацион. Вот такая вот гусиная стая у нас. А все благодаря тому, что нас заразили любовью к этим чудо-птицам, а именно этой породы, вот такими вот величественными, благородными, статными красавцами и красавицами, которые теперь есть в нашем хозяйстве, на которых теперь можете смотреть и вы, и радоваться вместе с нами. Вот смотрите, какие они красивые, крупные, спокойные. Ну, конечно, не могу сказать, что тихие, потому что это гуси. Вот, они не идут, они плывут как корабли. Там орут наши ленточные гусики, и они вместе с этими перекликаются. Только там одна семейка, 1+3, а здесь у нас получится несколько.
Гусь большой, красивый, сильный, мощный. Я думал, что он свою шею в той коробке банановой поломает, потому что места ему там было мало и даже очень. Шея, смотрите, какая толстая, красивая. Это все ходит сзади молодежь. Так, здесь вот наши бегуночки. Так, вроде бы все. Раз, два, три, четыре. Двое темных, двое светлых. Гусики тоже курчавые все. Двое светлых, двое темных. Все у нас здесь по парам. Хотя у нас здесь вот гусь поправляет свои перышки. Гусынька темная. Одна гусынька чисто белая и одна гусынька у нас рябая. Уточки наши в шоке от снега. В общем, зима пришла, а мы ее не ждали. Шучу. Зима пришла, мы ее ждали. И должна она была быть уже давно. Потому что сегодня 13 число, а снега у нас такого, как сейчас, еще не было. Поэтому зима вроде бы давно уже должна была бы вступить в свои полноправное владение, но она что-то задерживалась. Ну а теперь полностью. Вступила в свои права. Вот такие вот у нас дела. Всем спасибо за просмотры, подписки, лайки, комментарии. За то, что вы у нас есть. Не забывайте про ту коробочку, которую мы еще вместе с вами не открывали. Пишите свои мысли, что может быть в той коробочке, под предыдущим видеороликом. Кто его не смотрел, обязательно его посмотрите. Кто не подписался, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на колокольчик. Не пропускайте наши новые видео, оставайтесь с нами, впереди еще много чего интересного. Всем желаем мира, добра, счастья, крепкого здоровья вам, родным, близким, питомцам, если они у вас есть. Пускай все у всех будет хорошо и еще лучше. Любите, будьте любимы, делайте добро, дорожите временем, цените теми, кто рядом с вами, дорожите тем, что у вас есть. Всем всего хорошего, всем пока-пока и до новых встреч.